Тверской области временно отстранен от должности руководитель регионального управления Следственного комитета. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. Итоги работы ведомства в 2020 году подводились на заседании коллегии 5 марта. Несмотря на общие высокие результаты работы следственных органов СК России, анализ структурных подразделений позволил выявить серьезные недостатки в ряде следственных управлений. В частности, в Следственном управлении по Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу. Расследование значительного числа дел в срок свыше 2 месяцев при небольшой нагрузке на следователей. При росте общего количества сообщений о коррупции число расследованных дел коррупционной направленности небольшое. Как следствие, назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений. На время проведения проверок руководители ряда СУСК в регионах России отстранены от исполнения должностных обязанностей, в их числе руководитель Тверского управления Альберт Кизимов.